dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. Привет! Мы сегодня в Люблине. Сегодня у нас предрождественская атмосфера, предрождественская тема, предрождественская обстановка в городе. Мы посмотрим, как же в Европе празднуют Рождество, как украшают, вообще куда люди ходят и чем они занимаются. Очень интересно на самом деле, потому что последний раз Рождество, конкретно я встречала, наверное, в лет 6 или 7 в Европе. Ребенок, наверное, первый раз, а муж? Какой раз ты, муж, встречаешь Рождество в Европе? Показывает мне, что первый. Поэтому здесь так, в принципе, своеобразный опыт будет для нас всех. Ну и хотелось бы вам показать конкретно, как в Люблине. Поэтому приглашаю с нами. Сейчас зайдем в кебаб Хабибу. Тут кушает шаурму сам Хабиб. Я думаю, вы знаете, чемпион UFC. Так что сейчас опробуем и скажем свои впечатления. Пойдемте вместе с нами. А деньги взял? Короче, даже не знаю, какую набрать. В Минске дома, естественно, ты уже все знаешь, не первый раз приезжаешь, берешь маленькую, большую, среднюю, стандартную, с картошкой, без картошки, с капустой, без капусты, кетчуп, майонез, полить чуть-чуть, горчица. Тут придется сейчас методом проб и ошибок что-то брать, не знаю, что из этого получится, вкусно, невкусно, но в любом случае мы попробуем. Не остро, хорошо. Я помню. Малому чай. Да, мне очень-очень просто, очень важно. Куша? Это типа с картошкой фри. Сочетание кушанье. Это ж... Или грамм. А ты хочешь, это ж не шаурма. Нет, это понятно. Кебаб. Добрый, тогда кебаб. Пот. Острый пот. Один, такой один нормальный. Есть? Вот. Есть, хорошо. Это будет пицца. Он будет кебабом? Ну да, это шаурма. Так, по-русски нормально говорит. Мясо какое? Ты по-русски говорит? Да. А ты чего? Ну будешь тут есть? Я ел туда много раз, я могу сказать, что хороший. Хороший? Добрый. Шаурма. Смачнега. Да, дякую. Нам сами. Да, я занят. В общем, взяли два чая, две шаурмы, одна средняя, одна большая. Отдали за все $9. $8.5-$9. На польские 35 злотых. Ну, в принципе, стандартная нормальная цена. Сейчас попробуем на вкус. Это должна быть очень-очень острая, потому что я просила очень острую. А это средняя, ой, вернее, большая, но не острая.
кажется, я с ней справилась. Я ее съела. На самом деле, вот те, которые говорят, что очень-очень острая еда, это что-то такое своеобразное, на самом деле она была очень-очень острой. И это самый большой плюс, потому что иногда люди заявляют, что это еда острая, а ешь и не чувствуешь вот именно того, что ты хотел бы почувствовать. После очень острой еды тебе просто жарко становится. Мне сейчас жарко, мне не надо никакой чай, ничего. Мне кажется, я выйду сейчас на улицу и буду раздетой бегать. Just get a bobtail neck.